Здравствуйте, друзья! Купил я вот такой вот прибор китайский MD6350. Купил я его в апреле, чтобы начать поиск с помощью металлодетектора. Но поиск начался где-то в начале, в середине мая из-за этой пандемии. Все было перекрыто и особо не поездишь. Давайте сегодня подведем итог моих находок, денежный итог, сколько я смог денег вернуть за первый сезон копа, итог того, чему я научился, интересно это дело или нет, особенно для начинающих. И давайте посмотрим, что я сделаю в качестве выводов по этому вопросу. Прибор я купил за 12 тысяч на AliExpress. Из находок, которые здесь не выставлены, это подкова, часть гвоздей и наконечник копья. Все это пошло, кроме подковы. Подкова висит у меня на дверях. Сейчас выйдет картинка, вы ее увидите. Находки, которые я отдал в музей, я вам сейчас покажу. Вы их тоже сейчас увидите на своем экране. Наконечник находится до сих пор на экспертизе. Он это или не он, давайте подождем, потому что это серьезная находка, и слово дилетанта здесь не имеет никакого значения. Возможно, это что-то похожее, не оно, а возможно, он и есть. Тогда я постараюсь, чтобы он остался в нашем городском музее. Хотелось бы внести какой-то маленький вклад в жизнь города. Далее, давайте посмотрим, что я нашел по монетам, что я нашел по всяким разным другим предметикам. И в конце я вот тут... Каждый выход я записывал, поэтому сумма по лому, по монетам, по другим металлам, у меня все записано, все это я озвучу, и вы увидите реальную сумму, которую я заработал на металлоискателе, с помощью металлоискателя в сезоне копа за 4 месяца, то есть ну, 4,5, середина мая и... Уже начало ноября 5 почти. Давайте посмотрим сначала находочки, а потом обратно посидим. Вот такая коллекция монет у меня была. Часть из копилок. И вот эту коллекцию я пополнил своими находочками. В этом году очень серьезно. Поэтому вот здесь у меня выложены монетки. Это где-то 1/3, 1/4 часть, которые я не почистил. И не положил в свою... коллекцию. Ну, из интересных, конечно, это копеечки. Их надо чистить. Это двушечки. Ну, вот из последних ломаные. 15, 10-копеечные, 5-копеечные. Из интересных находок это вот такие 50-рублевые монеты. Вот начал чистить, но не почистил одну. Вот это вообще черное еще. 50-рублевые монеты это 90-е годы. Тут варианты есть по ценности. 10-рублевые монеты. Магнитных нет. Ну, ценность не сильная, но могла бы выйти сильная цена. Дальше 50 копеек. Это юбилейный СССР. 50 лет советской власти. Так, и вот более интересные находочки. То есть 10 рублей щитовик. Ой, 10 копеек щитовик. Вот. Два щитовика по 20 копеек. И заметьте, один беленький. Не знаю пока, что бы это значило. Ну, вот они, может, оба должны быть беленькие. Потом рамочник. Вот это вот у нас 47-й год, 10 копеек. Интересные 30 копейки. Смотрите, в каком сохране. А 3 копейки это у нас... Не помню, сейчас скажу. 46-го года. Просто шикарно. И вот смотрите, 5 копеек
Вот они. Идеальные. 5 копеек 28 года. Не чистил. И 3 копейки не чистил. Прямо вот такое качество металла. Вот смотрите, всякое тут гвозди, вот какие-то ключи интересные. Ну, из находок вот конилки немножко попалось. Ну и давайте дальше. Бижутерия. Ну, это вот из последних больше вот какой-то такой значочек. Простая бижутерия. Ну, и слоник. В одном из комментариев мне сказали, что слоник это по фэншую к деньгам. Очень бы хотелось на это надеяться. Вот такие крестики найдены, простые. Колечко простое. Ну, более интересные находочки это серебро. Это 20 копеек. Вот они. 22 год. Это вот медалька последняя, самая тяжелая. Крестик, цепочка. Ну и вот такие штучки серебряные. А давайте взвесим. Будет интересно, сколько же здесь серебра удалось найти в первый сезон копа. Ну вот, давайте посмотрим. 31, наверное, засвечивается. Вот 30 грамм серебра. Это нашел я, дилетант, который в мае не понимал в этом деле абсолютно ничего. Сейчас вроде как что-то начинаю понимать. Вот с таким прибором. Не самым дорогим. Китайский МТ-63-50 с катушкой 8 МГц. Ну давайте посмотрим, что я записал и какие у меня суммы получились. Вот, друзья, каждый выход свой я записывал. Где нашел, что нашел, когда нашел, в каком количестве. Весь металлолом, каждую монетку. И, в общем, для себя целый блокнотик завел, чтобы знать, пройдет зима, я открою и почитаю, где что было, в каком месте лежало. Ну, это вот такая моя привычка профессиональная, как инженера, записывать все по датам, по числам точности. Ну, скажу вам сразу, прибор я не окупил. Удовольствие получил массу. Загорелся этим делом еще сильнее, чем до того. Целей стало больше, интерес стало больше. Хочу купить теперь что-то лучше, поехать дальше, найти больше и все такое. Не думайте, это не жадность, это чистый интерес, потому что я люблю интересные занятия. Сами увидите, занимаюсь охотой и рыбалкой, этим уже занимаюсь много лет. Надеюсь, что и копом буду заниматься много. А давайте посмотрим результат по лому. В первую очередь. Живые деньги это металлолом. Металлолом я сдал на 9859 рублей. Дальше. Свинца я нашел 13 килограмм. И свинец был продан за 830 рублей. Свинец был продан 13 килограмм. Это была оплетка, которую я не снимал, к сожалению, в лесу от кабеля 8 килограмм. И вот 5 килограмм на берегу нашел свинца. По монеткам 5 рублей, 20 рублей. Вы видели, у меня было очень много выходов. А их прямо, если за лето, почти каждый день. Вы можете посмотреть по количеству моих видео. Это все выходы каждый день. Я официально нигде не работал, мог себе позволить ходить каждый день. Вот. И в итоге общая сумма у меня набралась 10639 рублей. Ну, что-то близкое к стоимости прибора. Но если посчитать затраты на дорогу, ну, почти что ни о чем. Ну, часть дороги отбита. Прибор, ну, чисто в моральном плане это немножко успокаивает. Но вывод такой, что ну, надо учиться.
Потому что впервые, когда я взял прибор, я даже не понимал, что там звенит, как звенит, пиликает, все. Сейчас какое-то понимание приходит, и на следующий год, я думаю, будет уже полноценный комп, будут, надеюсь, хорошие находки, немножко мозги вправлены за такое количество времени. Немножко, конечно, я форсирую события, если люди ходят по выходным первый раз, когда начинают копать, то я копал все лето. Надеюсь, это мне очень поможет в следующем сезоне. Так что, друзья, сейчас я займусь изучением монет. В планах купить микроскоп электронный, что-то в этом духе, изучить монеты. Конечно, изучая места, смотрю, дорогие друзья, у вас, кто копает в южных регионах. Очень интересно смотреть в Бразилию, то есть тоже хорошие находочки у них там. Они все надеются найти золото ацтеков, а мы ищем другое. Так что, друзья, вот такой вот итог. Занимайтесь. Очень интересно. Вопрос, хватит ли у вас терпения и сил на это. Ну, надеюсь, кто захочет, тот сделает. Всего хорошего, удачи, смотрите канал. А сейчас можно посмотреть охоту и рыбалку в зимний период. Очень рад вам, дорогие друзья.